Здравствуйте, это компания «Дом в дорогу». Меня зовут Константин. Следующая достопримечательность, следующий город, который посетим, это Майами. Майами – это прежде всего отдых после такого длинного путешествия. Это отдых, это пляж, это релакс. В октябре температура океана будет 28 градусов. И если нам повезет с солнцем, будут солнечные дни, это будет вообще что-то с чем-то. Пожалуйста, не удивляйтесь, если рядом с вами будет загорать какая-нибудь там Анжелика Варум вместе с Агутиным, или вы будете купаться неподалеку от места отдыха Кристины Арбакайте. Это Майами-Бич. Да, еще. Находясь в Майами, мы с вами поедем на экскурсию смотреть крокодилов в естественных условиях. Там есть такой, ну не аттракцион, а такая экскурсия. Мы садимся с вами на лодке, плывем по каким-то невероятным диким озерам, и вокруг нас плавают аллигаторы. То есть, естественно, лучше их не гладить, вот, но похвастаться перед своими друзьями, что вы плавали с крокодилами, вполне можно, если вы хорошо снимете их на видеокамеру. Впрочем, вы это сейчас все посмотрите. Ну и после Майами мы отправляемся назад в Нью-Йорк. Время поджимает. Значит, мы прямиком возвращаемся в Нью-Йорк, сдаем автодома, садимся на самолет и вылетаем в Москву. Я надеюсь, что вам очень понравились вот эти видеосюжеты, и надеюсь, вы решили поехать с нами, и мы вас с нетерпением ждем в нашей компании. Это будет очень интересное путешествие, очень интересный караванинг. У нас еще остался один сюжет, который будет посвящен кемпингам. То есть я буду рассказывать именно о кемпингах, в которых мы будем останавливаться. Чтобы не пропустить этот сюжет, пожалуйста, подпишитесь на наш канал.